Что сказать, если бы сейчас появились динозавры, я бы вообще не удивился. Конечно, некоторые физиологические изменения у меня произошли мгновенно, но не удивился бы я ни на секунду. Вот, поэтому все время оглядываясь по сторонам, в предвкушении появления не только птеродактиля, но и кого-то посерьезнее. От птеродактиля я могу хотя бы в этих кустах укрыться. Вот. На этом все, дорогие друзья. Увидимся. Говорит, что это очень красиво. Скажет, что это только одно, даже губы пересохли. Скажет только одно, это лучшее место из тех, в которых я был, в части впечатлений, красоты и всего остального. Ну, невозможно, мы не на земле находимся сейчас. Самое ощущение еще, что никого народу вокруг нету, никого потому нет, что да. 200 туристов в год посещают эти горы. Для сравнения, Килиманджаро 30 тысяч человек. Но я не могу это сравнить с Килиманджаро, честно. И пусть меня не обижается танзанийца, но это вообще не будет. Самый красивый лес горный. Да, грязно, да, холодно, мокро. Но это просто фантастика. Thank you.
восьмерка перевернулась, ты не горит, да? Тут Слава просился, где мы находимся. Вот. Мне кажется, мы находимся в каком-то охеренном месте. Ты видишь меня там, да? У тебя экранчик есть? Вообще вот так просто. Ты грибы ел, нет? Я грибы и ел. Но не здесь. Грибы, конечно.